У них у самих звук выключен. Даже видно вон. Ой, ладно. Мария, включите, пожалуйста, звук. Вас не слышно. Мария. Добрый день, вы меня слышите, Мария? Ага, хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз всем. Доброго вторника. Я приветствую вас на семинаре совещания «Профессиональное самоопределение учащихся Красносельского района». Сегодня наш семинар посвящен одному из актуальных вопросов. На августовской городской конференции, определившей основные задачи петербургского образования на новый учебный год, красной нитью прошла тема развития системы сопровождения профессионального самоопределения учащихся. Выпускник, у которого сформирован необходимый набор компетенций профессионального самоопределения, готов к профессиональной мобильности в динамично меняющихся экономических условиях, к успешной трудовой и социальной роли во взрослой жизни. Решение современных задач образования, воспитания, творческого развития и социальной адаптации личности учащихся невозможно без готовности педагогов к освоению новых форм и технологий организации деятельности. Поэтому основное направление информационно-методической деятельности и Дома детского творчества, и информационно-методического центра в этом году – развитие потенциала педагогических кадров района нашего по обеспечению современного уровня профориентационной работы. С этой целью в сентябре проведен семинар-совещание для председателей методических объединений классных руководителей образовательных учреждений района по теме об актуальности и формах организации работы классного руководителя по сопровождению профессионального самоопределения учащихся. 6 октября по договору между информационно-методическим центром и Домом детского творчества начались занятия курсов повышения квалификации для педагогов нашего района. И сегодня семинар-совещание по воспитательной работе на тему, соответствующую нашему приветствию. Наш с вами план работы. Сегодня перед вами выступят три спикера все на тему профориентационную. Профориентационного самоопределения учащихся. И первый спикер нашего семинара, я передаю слово Богдановской Ирине Марковне, кандидату психологических наук, доценту РГПУ имени Герцена, на тему выступления «Психологические особенности профессионального самоопределения и профориентации учащихся в современном обществе». Ирина Марковна, вам слово.
Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас за приглашение на встречу, посвященную важной актуальной тематике. И сегодня мы поговорим о психологических особенностях профессионального самоопределения и профориентации. И я, с вашего позволения, тогда включу демонстрацию экрана. Да? Да, конечно, конечно, да. Угу. Так. А скажите, пожалуйста, а почему-то я не вижу себя в полном объеме? Вот у меня пропала вкладка «Включить экран». Плохая связь. Ирина Марковна, вы меня слышите? А, да, я вас слышу. Сейчас я включу экран. Угу. Сейчас, момент. Так, только выбрать выходную. Видна моя презентация? Так, сейчас. Скажите, пожалуйста, видна моя презентация? Да, видна. Все хорошо, видна, да. Слышно, да? Я прошу прощения, вот эти технические такие моменты. Слышно, да, все слышно. Хорошо. Можете... Да. Угу. Сегодня мы поговорим о психологических особенностях профессионального самоопределения и профориентации в современном обществе. Казалось бы, этой тематике посвящено достаточно большое число работ и исследований. Но все дело в том, что мы живем в постоянно развивающемся и изменяющемся мире. И для того, чтобы стать успешным профессионалом в данных условиях, необходимо обладать определенными навыками и умениями. Современные ученые описывают трансформацию нашего мира в VUCA мир. Что означает VUCA? Это акроним от четырех английских понятий, таких как нестабильность, неопределенность, сложность и двусмысленность. Или неоднозначность. Какую роль играют данные понятия в компетентностях человека 21 века? Нестабильность означает то, что зачастую события непредсказуемы, и мы не можем заранее спланировать свое поведение. Неопределенность – это недостаток и противоречивость, нечеткость информации. Это ситуация множественного выбора. Обычно ситуация неопределенности является очень эмоциональной для человека. И особую актуальность эта проблема приобретает в период юности и ранней взрослости, когда центральное место занимает личностное и профессиональное самоопределение. Сложность – это любая проблема, с которой мы сталкиваемся. В настоящее время она складывается из двух, трех и более задач, и нам придется решать каждую отдельно. И последнее – это двусмысленность, многозначность. Здесь речь идет о том, чтобы сориентироваться в огромном потоке информации, современному человеку потребуется гибкий ум, креативность, толерантность к неопределенности, способность к быстрому анализу, нестандартное мышление, высокий уровень эмоционального интеллекта, умение с интересом принимать новое. Считается, что лучше всего в этих условиях чувствуют себя люди, которые родились в демократическом и нестабильном обществе, тогда как более зрелым людям будет сложнее его осваивать. Но если присутствующие, очевидно, как раз относятся в основном к людям и представителям той возрастной категории, которая родилась немного в другом социуме, и, наверное, ответом этого мира является вторая группа факторов, это как бы возможность видение, то есть постоянная коммуникация с другими людьми, это попытка понять ситуацию, в которой мы сейчас находимся, в том числе ситуацию с профориентацией и профессиональным самоопределением. Это стремление разложить как бы эту сложную проблему на составляющие. Вот. И, естественно, это попытка думать быстро и быстро действовать. Соответственно, вторая группа факторов, которая влияет на профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение в современном обществе связано с основными трендами экономического развития нашего общества. К ним относятся такие его характеристики, как автоматизация и роботизация. Ну, понятно, что человек сейчас физически будет постепенно вытесняться из непосредственного производства и будет занимать роль, которая связана с контролем в целом, как бы, да, стратегических, с принятием стратегических решений и решением вопросов развития.
Это креативная экономика, которая понимается как экономика знаний, то есть сложная неопределенная область, связанная с исследованиями и открытиями в различных областях деятельности. Это виртуальная реальность, которая связана с цифровизацией всех сфер жизни которая формирует виртуальное измерение нашего мира, связанное с возможностью глобального системного управления. Это интернет всего. Интернет, понятно, сейчас развивается от сети компьютеров до интернета вещей, а уже от него к интернету всего. И получается, что в дополнение к коммуникациям человек-человек, он будет включать в себя процессы, данные, а также коммуникации типа человек-машина, машина-машина. А сетевая культура – это постоянно растущее число свободных работников, которые взаимодействуют, общаются преимущественно в сетевых сообществах. И также перенос в сетевое сообщество основных институтов, в том числе и социализации, культуры, появлением особенных возможностей, связанных с взаимодействием именно в виртуальной реальности. И, конечно, это новое отношение к работе. На смену традиционному отношению к работе как возможности заработать средства для поддержания и продолжения жизни приходит понимание того, что человек начинает рассматривать работу как пространство собственного развития, форму реализации своего предназначения и смысла своего существования в современном мире. Но чуть позже мы поговорим о личностных смыслах профессионального самоопределения. Здесь слайд, который я взяла из презентации Солдатовой, который иллюстрирует динамику развития поколения информационных технологий от их начала, младенческого состояния, зарождения 3G-технологии в 2001 году и перспективу к 2045 году, когда вся Земля будет рассматриваться как единый большой компьютер. И таким образом мы можем говорить о том, что особенности выбора профессии в современном обществе, конечно же, связаны с трансформацией современной экономики в сторону информационной индустрии. Это стремление современного человека к личностной свободе, к желанию самостоятельно определять и планировать собственную образовательную траекторию и профессиональную карьеру. Это мобильность современного рынка труда. Это высокая частота смены профессии, изменение характера труда и, как следствие, изменение системы обучения. Здесь также хотелось бы отметить и изменение развития, особенностей развития современных детей. Конечно, мы можем говорить сейчас о том, что существует высокая степень контроля над жизнью ребенка, потому что среднестатистическая семья, она, как правило, имеет 1-2 ребенка, хотя есть многодетные семьи, и поэтому в этом ребенке сосредотачиваются все воспитательные тенденции родителей, стремление дать ему как можно больше. Это ограничение для возможности развития детской субкультуры, потому что мы с вами живем в мегаполисе, и обычная традиционная социализация детей, игры во дворе, они уже канули в прошлое, но, в принципе, только ответственные родители вряд ли позволяют это делать современному ребенку. Соответственно, деформируется детская субкультура, потому что ребенок погружен в информационную среду, именно там он общается. Одной из характерных черт этого влияния является отчуждение родителей и детей, не в том плане, что ослабление этих родительских связей, но просто из-за погружения в информационную среду, в контакт с детьми прежде всего выходят их друзья и незнакомые друзья. То есть те родители оттесняются дальше по отношению к самому ребенку, потому что, получается, большую часть времени общение находится в виртуальной среде. Это, конечно же, информационная перегруженность, то есть огромное число каналов, по которым ребенок получает информацию. Это, соответственно, определенная несамостоятельность, но она вытекает из того, что гиперопека, огромное внимание к единственному ребенку. А это ориентация на успех, потому что любой родитель видит своего ребенка обязательно успешным. Это дефицит времени, то есть сжатое, экономное такое время, где мы должны очень много успевать.
а слабое здоровье современного ребенка, об этом тоже, конечно, все знают, и вариативность индивидуальных качеств. Но здесь подразумевается то, что современный ребенок, как бы и родители, и школа уже не стремятся как бы нивелировать его индивидуальность, сделать как бы одним из членов коллектива с какими-то общими усредненными качествами, наоборот, акцент ставится на развитии его индивидуальных психологических качеств. Вот. И в этой связи мы можем говорить о том, что в современной ситуации и само понятие профориентации приобретает характер целенаправленной разноаспектной комплексной деятельности, связанной с подготовкой молодежи к обоснованному выбору в соответствии с личностными особенностями, способностями, общественными потребностями в кадрах различных профессий и разного уровня квалификации. Роль профессиональной ориентации, она связана прежде всего с научной организацией процесса профессионального самоопределения, потому что профессиональное самоопределение, оно имеет как бы глубинный такой личностный характер, скорее субъективный, вот. Тогда как именно профориентация, она в свою очередь может выступить объективным фактором, который позволит ну, как-то упорядочить и придать направление процессу профессионального самоопределения. И далее это создание условий для психолого-педагогической поддержки школьников в их профессиональном самоопределении и оказание им помощи в выявлении профессиональных интересов и склонностей. Основные идеи актуального подхода к профориентации связаны с пониманием того, что индивидуальная карьера является уникальной. Она имеет свои стадии профессионального развития, карьеру можно конструировать. И очень важный момент связан с тем, что профессиональное развитие можно рассматривать как, прежде всего, как субъективную интерпретацию. Что это означает? Слово «карьера» означает успешное продвижение в области общественной, служебной, научной и любой другой деятельности. В широком понимании карьера связана с профессиональным продвижением и вхождением человека в мир профессии, стремлением его к профессионализму. И результатом такой карьеры будет высокий профессионализм. Но другое понимание, более узкое понимание карьеры, связано с продвижением человека по должностной лестнице. И тогда получается, что карьера первого типа потребует скорее как бы профессиональной компетентности, а вторая тоже профессиональная, но с акцентом на именно социальную компетентность. Но вот интересно, что критериями удавшейся карьеры можно рассматривать, ну вот как бы с объективной точки зрения, это как социальный успех, но с субъективной точки зрения это прежде всего удовлетворенность жизненной ситуации, то есть наличие некого субъективного критерия. То есть речь идет о том, что человек сам определяет, как бы, успешен ли он. И когда мы говорим о том, что карьеру можно конструировать и конструировать ее индивидуально, но здесь можно говорить о том, что мы можем в рамках какого-то одной профессиональной сферы занять совершенно разные позиции и определить свое место вот именно в связи с теми предпочтениями, которые у нас есть. Но если мы берем, например, педагогическую специальность, то здесь также огромная возможность варьировать свой профессиональный выбор. То есть это может быть подготовка педагога, который работает в конкретной предметной сфере. Это может быть педагог там, дополнительного образования. Это может быть педагог, связанный с образованием взрослых. Это педагог, который может учиться там, в институте детства. Это педагог, который может занять позицию в государственном управлении образованием и так далее, и так далее. Этапы карьеры. Естественно, что у каждого человека, опять же, есть субъективный профессиональный план, в той или иной степени осознанный. Но есть варианты, например, школа, колледж, институт, там, да, университет. Вот по моим наблюдениям, самыми успешными, поскольку я работаю в университете Герцена, то самыми успешными в ходе получения педагогического образования как раз являются студенты, которые сначала закончили педагогический колледж, потом пришли учиться, или педагоги, которые
будучи специалистами, решили получить, ну, завершить свое образование в магистратуре. То есть это люди, которые приходят с четким пониманием, чего они хотят от обучения, и продвигаются совершенно другими темпами по сравнению с своими одногруппниками. Вот. Но понятие успешной карьеры в целом связывается прежде всего поэтому. Да, понятие успешной карьеры связывается прежде всего с успешным профессиональным самоопределением. Профессиональное самоопределение можно понимать как самостоятельный осознанный выбор человека как того или иного вида профессиональной деятельности, но с учетом той социально-экономической и культурной ситуации, в которой он находится. Но есть также еще одно направление, это когда человек находит смысл в самом процессе самоопределения. То есть речь идет о том, что его не стоит бояться, да, а именно сам поиск – это и есть определенный смысл. И в этой связи можно выделить несколько видов личностного смысла для профессионального самоопределения, которые очень важны для профессиональной ориентации как самого человека, который ищет свой профессиональный путь, так и для психолога-профконсультанта. То есть он может учитывать эти смыслы в своей работе и уточнять их у человека, с которым он взаимодействует. Их выделил Пряжников. Вот, значит, я... Вот, я немножко там перепутала порядок. Значит, какие мы знаем личностные смыслы на данном этапе профессионального самоопределения? Ну, это такой обобщенный смысл, поиск такой профессии, которая бы давала возможность получать заработок или общественную оценку своего труда по справедливости в соответствии с затраченными усилиями или в соответствии со вкладом человека в общество. А второй смысл – это призвание. Ну, понятно, это когда человек сливается с своей деятельностью, любит то, что он делает, и трудится ради того, что он любит, по выражению Фрома. А это преодоление трудностей. То есть человек, который, например, понимает, что для того, чтобы что-то достичь в определенной профессии, ему придется приложить определенное количество усилий, как бы, да, и он не боится готовиться к встрече с ними. А это чувство собственной значимости. То есть когда человек приобщается к профессии для того, чтобы почувствовать себя более уверенно, повысить собственную значимость. И делает это либо сознательно, либо интуитивно. Но также есть такой смысл, как и стремление к элитарности. То есть, когда и родители, и дети, они, ну, как бы стремятся выбрать такую профессию, которая позволит им забраться на вершину жизни, в кавычках, и добиться, например, высокого положения в обществе, высокого дохода. Вот. Соответственно, на данном этапе есть некие противоречия, которые выявлены в ходе анализа внутренних и внешних факторов профессионального самоопределения. Первое противоречие связано с тем, ну, как бы, что с изучением роли индивидуально-типологических особенностей, личностных особенностей человека. И это делается в рамках профориентационной работы, ну, широко, естественно, да, вот, и недостаточным исследованием их самосознания и представления о себе в ситуации выбора профессии, а также представления о мире профессии. То есть акцент ставится вот на, скорее, на способности, да, но именно внутренние параметры, вот эти личностные смыслы, потому что те, которые выделяют Пряжников, ну, наверное, они не исчерпывают все индивидуальные смыслы профессионального самоопределения. Вот. И, конечно же, представление о мире профессии, потому что мы живем вот в мире, где есть высокая степень многозначности и множественности информации. Конечно же, они влияют на то, как современный обучающийся воспринимает мир профессии. И возникает вопрос, насколько адекватно он в нем ориентируется. Не подвержены ли эти представления стереотипам? Адекватно ли это представление о той или иной профессии? Широта этих представлений тоже имеет значение. Ну и понятно, что здесь эту тему можно бесконечно развивать. Существует, естественно, много приемов и способов расширить представление ребенка о мире профессии.
Ну, здесь еще важно осуществлять это в связи с тем запросом, который есть вот, ну, в конкретных условиях, да, какие профессии значимые, важные там, для того места, где ребенок живет. И как бы в связи представления о мире профессии с своими возможностями, объективными достижениями в ходе учебы. А второй аспект, вот второе противоречие, оно связано между потребностью в идеале профессиональной самоидентификации и неопределенностью с идеалами личного профессионального самоопределения. Приведу пример, ну, понятно, приведу пример, ну, если мы говорим об идеалах, да, то очень, ну, многие из них транслируются через средства масс-медиа, и вот, пожалуйста, например, конфликт. Ну, вспомним, ну, два образа педагога, например, в фильме «Розыгрыш» там, 80-х годов Меньшовского, и, например, образ того, ну, педагогов в том же фильме, но только, ну, в современном варианте. Да? То есть речь идет о рассогласованности, которая, в принципе, тоже может мешать процессу профессионального самоидентификации. И последнее – это противоречие между готовностью человека к профессиональному самоопределению и неясностью вектора развития общества. Да? То есть те неожиданные ситуации, которые с нами случаются, ну, в частности, как в этом году с пандемией, как бы, да, которая привела к тому, что своеобразно протекала, как бы, да, и процедура сдачи единого государственного экзамена, и в ВУЗе прием документов в дистанционной форме, и прием магистратуры в дистанционной форме, и так далее. Да. Вот. Соответственно, не все были к этому готовы, ну, именно морально, как бы, не с точки зрения техники, как бы, да, которая все позволяет это сделать. Вот. Ну и интересные результаты были получены в этой ситуации. Но в частности, про нас можно сказать, что, ну, на наше направление конкурс в этой ситуации повысился, причем до уровня, я имею в виду психологическое консультирование, профессиональное и в личностной и профессиональной сфере я участвовала в приемной комиссии. То есть конкурс в ситуации пандемии был как в театральном вузе, то есть 50 человек на место. Вот. То есть такие неожиданные повороты. Хотя там всегда был высокий конкурс, но в этом году тут это было что-то совершенно необычное. Вот. Значит, результатом профессионального самоопределения старшеклассников является выбор определенной профессиональной сферы, которые соответствуют их личностным особенностям и интересам, а также готовность к выбранной профессии, обдумывание профессионального пути в идеале профессиональный, личностный профессиональный жизненный план. Но вот здесь я выделила именно определение профессиональной сферы. Почему? Потому что в рамках одной профессиональной сферы мы можем, как я уже говорила, найти или обозначить свое место с различными, ну, профессиональными выборами, но сфера будет одна, а именно позиция, которую мы в ней занимаем, будет как бы варьировать. Значит, почему я акцентирую этот момент? Ну, потому что все-таки результат профориентации, который связан с однозначным определением соответствия человека и профессии, все-таки недостижимо. Это как бы на самом деле, ну, нереальная, как бы, да, ситуация, в которую люди иногда хотят как бы такого однозначного соответствия получить в результате консультации, но оно вряд ли возможно. Вот. Ну и в условиях нашего социума, наверное, не нужно. Вот к этому как бы сводится основная идея. Вот. Далее. Значит, какие же еще мы знаем особенности профессионального самоопределения в современном обществе? Ну, первый тезис – это профессионализм, и который противопоставляется мультипрофессионализму. Ну, то есть речь идет о том, что профессионализм понимается как пожизненная приверженность как какой-то одной профессиональной сфере, какой-то одной конкретной профессии. И мультипрофессионализм – это когда человек овладевает различными трудовыми функциями, которые принадлежат к нескольким видам профессиональной деятельности. И даже в том числе из различных профессиональных областей. Сама идея вот этого мультипрофессионализма появилась в 90-х годах прошлого столетия на Западе
когда американский исследователь Дэвид Гест написал статью о будущем компьютерных технологий и специалистах, которые будут с ними работать. Он выдвинул тогда идею так называемого Т-специалиста. А Т, ну, имеется в виду большая русская или английская буква Т, вот, где, значит, ножка этой буквы Т символизирует уровень освоения человеком той профессии, ну, с которой он был изначально связан, а горизонтальная перекладина, она символизирует вот возможность распространиться на смежные области. Ну, условно говоря, это программист, который знает не один язык, а 10 языков. И, соответственно, этот человек может разбираться в каких-то смежных областях, типа там веб-аналитика, маркетинг, менеджмент, продажи и так далее. И, соответственно, считается, что мультипрофессионал способен предложить, ну, вот как бы более интересное, актуальное решение, сможет работать на стыке разных областей деятельности. И вот здесь вот это противопоставление профессионализма и мультипрофессионализма является очень сложным и неоднозначным, потому что, с одной стороны, конечно, мультипрофессионал, он является более адаптивным, но, с другой стороны, за ней может скрываться все-таки, ну, с моей точки зрения, опасность того, что будут размываться ценности профессиональной самореализации, будет размываться вот ядро карьеры, связанное с этими ценностями профессиональной самореализации, и профессиональная биография будет вот представлять собой веер компетенций, как бы, да? Вот, а не нечто целое. Вот. Второй аспект, очень такой тоже значимый именно для отечественной профессионального самоопределения и профориентации, это то, что в России должны сохраниться и сосуществовать различные социокультурные модели профессионального самоопределения, а именно традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Что это означает? Но мы с вами живем в обществе, которое не является однородным. Условно говоря, можно выделить несколько России. Как бы это Россия, прежде всего, мегаполиса. То есть такого мегаполиса, как Санкт-Петербург и Москва. А с другой стороны, есть Россия крупных городов. Это, например, Екатеринбург, крупный промышленный город, миллионник. А это Россия как бы обычный город, который, там, население которого не достигает миллиона человек. Ну, я не знаю, например, Тула. Это Россия, связанная с сельской местностью. И последняя – это Россия, в которой живут люди в так называемых национально-этнических округах, где высокая именно этническая национальная своеобразность присуща. Понятно, что люди, и обучающиеся, проживающие вот в разных Россиях, они, естественно, отличаются друг от друга. И, ну, по данным вот наших исследований с коллегами, я могу говорить о том, что, например, сравнение детей, обучающихся, живущих в мегаполисах и даже в крупных промышленных городах, показывает очень серьезные различия, прежде всего, связанные с состоянием эмоциональной сферы, с восприятием и представлениями об окружающем мире, с особенностями коммуникации и так далее. Ну, нетрудно догадаться, конечно, что, например, конечно же, эмоциональная сфера детей, которые живут в мегаполисе, таких как Москва, Санкт-Петербург, является более проблемной. Вот. Соответственно, представления об окружающем мире, наоборот, являются более гибкими, вариативными у детей, живущих в мегаполисе, и отличаются даже от детей, проживающих в Ленинградской области. Соответственно, значит, что означают вот эти три основные модели: традиционная, индустриальная, просто постиндустриальная. Значит, традиционная модель, она предполагает у человека практически отсутствие профессионального выбора, потому что она связана с сильными династическими традициями. Ну, то есть это самоопределение, например, очень часто наблюдается в семьях медицинских работников, военных, педагогических семьях. Вот. И интересно, что в рамках традиционной модели очень часто, как правило, отсутствие выбора, ну, вот когда говорят, что у нас в семье все были офицерами, вообще очень часто бывает так, что человек
не переживает эту конфликтную ситуацию. И такое самоопределение может быть даже вполне органично. Вот. И также это относится к тем областям, вот, где люди живут вот, в таких этнически своеобразных как, да, условиях, когда их профессиональная самореализация связана, ну, я не знаю, там, как для Якутии, с отъездом на материк, либо же, например, там, попыткой самоопределяться вот, в рамках ну, региональных возможностей, которые предоставляет этот регион. Соответственно, индустриальная модель, она характеризуется тем, что человек выбирает одну профессию из огромного множества доступных профессий. Почему мы говорим из огромного множества? Потому что сейчас очень мало осталось профессий, которые требуют от человека полного соответствия, да, по всем качествам. Ну, понятно, что это в большей степени ну, в сфере художественного творчества, там, где требуется особая физическая форма и так далее. Но, соответственно, и речь идет о том, что вот в рамках именно этой модели считается, что человек, ну, как бы проходит традиционно понимаемую профориентацию, где ставится акцент на соответствии его индивидуальных способностей и склонностей ну, с теми требованиями, которые профессия предъявляет. Соответственно, ну, как я уже говорила, что недостаток этого подхода связан с тем, что очень сложно достичь абсолютного взаимного соответствия конкретного человека и профессионального стандарта. Но по большому счету это практически невозможно, все равно это будет определенное отклонение. Как бы, да? Вот. И правильнее все-таки говорить о какой-то профессиональной сфере. И третья модель, вот та, которая соответствует вот цифровой экономике, современному обществу, она предполагает, что у человека максимально большая степень свободы выбора, и он пытается формировать какое-то рабочее место под себя. И вот все современные формы реализации этой модели, там предпринимательство, фриланс, стартап, сетевые проекты, волонтерство и так далее, вот они говорят о том, что профессиональные такие движения человека, они могут быть короткими, а процесс самоопределения практически непрерывным. И получается, что, ну, здесь, конечно, тоже есть определенная опасность, потому что действительно ли любой из нас способен существовать вот в ситуации, когда человек сам определяет свое рабочее место, контролирует сам вот определяет свои задачи профессиональные, никому не подчиняется, не входит вот ни в какие структуры иерархические, не только сетевые, то есть полностью отвечает за себя. Любому ли человеку подходит такая модель? И отсюда можно сделать какой вывод, что актуальной задачей профориентации становится на данном этапе дифференцированное понимание всех трех подходов к психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения. И то, что в нашей стране человек, все эти три модели будут одновременно присутствовать, то есть человек может выбирать как бы, да, между этими моделями, и это будет, собственно говоря, его персональная стратегия. Но важно другое, важно, чтобы этот выбор вот, сопровождался человеком, ну, как бы осмыслением, да, у человека отмечалось осмысление каждой из этой модели и ее принятие именно в осознанном плане. Да? То есть я ставлю акцент на, вот, например, на продолжение династии, я выбираю ту профессию, где я хочу занять там, позицию эксперта, набраться большого профессионализма, либо же сделать вертикальную карьеру, добиться высоких должностей там. Либо я выбираю вот, свободное плавание, которое связано ну, с принятием вообще огромной ответственности за себя, с одной стороны, и очень большой гибкости и новых компетенций вот, информационного общества. Следующий аспект
Это расширение представления о труде, ну и формирование адекватной профессиональной картины мира. Вот об этом я уже говорила. И следующий момент – это изменение типичной роли родителей в процессе профессионального самоопределения детей. Здесь это очень важный момент, но он всегда подчеркивался как значимый профориентации, но сейчас понятно, что родители и другие близкие члены семьи очень часто являются доминирующим фактором в профессиональном самоопределении детей. И по данным российских исследователей, они прям четко влияют на профессиональное самоопределение вот, ну, до 80% семей вот, по исследованиям российским. Действительно как-то очень сильно влияют на процесс профессионального самоопределения, оказывают избыточное родительское давление. И понятно, с одной стороны, что вот это давление, оно связано с тем, что родители переживают определенные страхи, тревогу. Их переживания могут быть связаны с представлениями о мире труда и профессии, которые были присущи для немного другого времени, с какими-то ценностями, которые могут, очень жестко транслироваться ребенку без учета его вот личного мнения. И, конечно же, родители во многих случаях оплачивают, да, обучение ребенка, и поэтому получается, что они могут влиять буквально рублем, да, ну, то есть они могут, например, финансово соглашаться поддерживать один профессиональный выбор и отказываться поддерживать профессиональный выбор, тот, который как бы они считают необоснованным. Ну, что-то из серии «Вот сначала закончу юридический факультет, а потом занимайся своими танцами и пением». Вот в таком как бы ключе. Вот. Соответственно, понятно, что это все эти переживания очень психологичные и понятны любому из нас. Вот. Но в любом случае, что, опять же, по нашим исследованиям, типичная стратегия выглядит следующим образом. Это стратегия формирования семейной династии, про которую мы говорили. Она неплохая, эта стратегия, и мы знаем, что очень много знаменитых, известных профессионалов вышло именно из династических семей. Но она становится проблемной в ситуации, когда идет вразрез с желанием самого ребенка. Это поддерживающая стратегия, второй пункт. Это вот когда родители говорят, я поддержу любой профессиональный выбор своего ребенка. Понятно, что такое поведение, естественно, является замечательным, оптимальным. Далее, стратегия навязанного выбора. Это вот когда родители прямо-таки навязывают какую-то сферу, которую он считает значимым. Ну и еще есть стратегия ухода. Это когда родитель вообще стремится самостоятельно не участвовать в профессиональном самоопределении ребенка и перекладывает полностью эту обязанность на других людей. И очень часто вот в этой ситуации ухода ищет странные способы, которые позволяют, получить профессиональные рекомендации, как вот в кавычках, можно сказать, под ключ, кидается в крайности. Ну, например, слишком ранняя попытка определить профессиональные склонности детей, определить там по отпечаткам пальцев, определить там, я не знаю, там по электроэнцефалограмме, ну, это какие-то, я сейчас назвала такие магические какие-то формы профориентации, которые вот существуют наряду с научно обоснованными подходами. И иногда мы видим, что родители обращаются вот к услугам такого рода специалистов в том числе. Вот. Соответственно, считается, что естественно, роль психолого-педагогического сопровождения, конечно, будет связано с работой с родителями и, прежде всего, их информирование об особенностях профессионального самоопределения в современном обществе и, возможно, изменение каких-то установок по отношению к профессиональному самоопределению детей.
И если мы будем говорить об общей формуле сопровождения профессионального самоопределения в современном обществе, то мы можем говорить о том, что происходит переход постепенный от индивидуализации, как бы, от понимаемой как настройка на индивидуально-психологические именно особенности человека и их соответствие какой-либо профессиональной сфере либо профессии отдельной, к персонализации, то есть первичность персонального образовательного запроса, вот, то есть чего хотел бы сам человек от своей профессиональной карьеры, то есть что хотел бы он в итоге получить и дальше каким путем и способом он мог бы эту ценность реализовать. Соответственно, вот этот подход на самом деле очень значимым является. Но если приводить пример, ну вот можно, например, взять момент, связанный с использованием подхода Эдгара Шейна и карьерный подход, связанный, например, с изучением карьерных ориентаций обучающихся. Я думаю, многим знакома методика «Якоря карьеры» Эдгара Шейна, когда речь идет о том, что определяется именно не сама профессия, как бы, да, а та ценность, которую человек хотел бы реализовать в своей жизни. И уже отталкиваясь от этой ценности, как бы, происходит размышление о выборе профессиональной сферы. Ну, чтобы было понятно, приведу пример. Допустим, девушка мечтает о карьере актрисы. Но когда она заполняет опросник Эдгара Шейна, например, ведущий профессиональная ориентация, у нее является ориентация на постоянное место жительства, стабильность места работы. И мы сразу имеем конфликт, как бы, да, между представлениями о профессии, как бы, да, и теми ценностями, которые хотел бы реализовать человек в своей жизни. Понятно, что выбор такой профессии, это, понятно, что это предполагает большую мобильность, нестабильный заработок, зависимость от волевых решений художественного руководителя, необходимость постоянно подстраиваться, перестраиваться, переезжать и так далее. Вот, понимает ли это человек? Вот в рамках профессионального консультирования как раз обсуждение вот этих конфликтующих вот представлений позволит уточнить индивидуальный образовательный маршрут. И второй аспект – это интеграция среды профессионального самоопределения и персонализированного сопровождения. То есть все эти аспекты ну, вот как бы связывают проживание человеком начальных этапов профессионализации, профессиональные пробы, профессиональные тренинги. И именно персонализированная психолого-педагогическая поддержка и, возможно, наставничество для тех, кто определился с профессиональным выбором. И все это будет способствовать формированию устойчивой мотивации к профессиональному самоопределению. Если мы говорим о моделях сопровождения профессионального самоопределения, то вот в концепции развития, которая ну, там будет обсуждаться в дальнейшем на сегодняшней встрече, указываются вот такие формы, которые приведены на слайде. И понятно, что вот при том, что современное профессиональное самоопределение вот является достаточно сложным понятием и включает в себя разные модели, представляется, что все эти формы будут востребованы. И я сейчас хотела немножко сконцентрироваться на той форме, которая мне, ну, как бы в силу моих профессиональных интересов представляется наиболее интересной. Ну, для меня, я подчеркиваю, понятно, что не исключает других аспектов. А именно, я бы хотела немного остановиться на модели цифровая навигация по профориентационно значимым ресурсам. То есть речь идет о том, каким образом современная информационная среда и использование современных технологий профориентации, завязанных на именно виртуальную среду, будет способствовать профессиональному самоопределению. Понятно, что оно, естественно, должно опираться на
теоретические как подходы. На слайде приведены этапы профессионального самоопределения, которые связаны именно вот с возрастной периодизацией развития. Значит, когда мы говорим о дошкольном детстве, вот профессиональное самоопределение начинается в дошкольном детстве. То есть это знакомство, первое знакомство с миром профессии через сюжетно-ролевую игру. Это, естественно, трудовые пробы выполнения несложных действий, которые родители должны, собственно говоря, дать возможность осуществить своим детям. Существует одно из высказываний классиков психологии труда, которое связано с тем, что если мы не научим ребенка трудиться, то дальнейшее образование не принесет ожидаемых плодов. И это речь идет о развитии интереса к труду. Далее, в младшем школьном возрасте. Это ориентир на профессии значимых взрослых, обогащение представления о содержании различных видов труда, формирование умения воображать себя в определенной профессии, это профессионально окрашенная фантазия. Значит, в подростковом возрасте это уже положительное отношение к различным видам труда, формирование системы личных ценностей, формирование учебно-профессиональных намерений. И в старшем школьном возрасте речь идет об осознании своего «я», о самоанализе, об учебно-профессиональном определении и осознанном выборе пути профессионального образования. И вот каким образом, значит, в связи с этими этапами мы можем обозначить, значит, навигацию по профессионально значимым ресурсам, профориентационно значимым ресурсам. Вот для дошкольного возраста, значит, виртуальная среда, ну, понятно, что это не все варианты, но вот предлагает, например, возможности для реализации интерактивных игр. Я думаю, многие знают такой сайт, который называется Learning APPS. Это музей профессионального мастерства, вот, который, соответственно, существует в виртуальном пространстве. Это создание родительских клубов, создание детских профессиональных квестов. В младшем школьном возрасте это создание интерактивных игр, да, это разработка календаря профессий, это возможность создать профессиональную историю семьи. Сейчас, кстати, существует очень много программ, которые позволяют строить генеалогическое древо и модифицироваться ну, в разных направлениях, потому что, вот, например, профессиональная генограмма один из очень интересных способов, который можно использовать в ходе профориентационной работы. Здесь как раз возможно посмотреть на возможности ограничения человека вот в плане именно семейного профессионального развития. Значит, подростковый возраст. Значит, здесь уже можно говорить о создании электронных ресурсов, интерактивных игр-каталогов, посещении виртуальных выставок, освоении профессиональных программ, ну, то, что происходит на уроках информатики. Это, естественно, конкурс профессионального мастерства, который проводится в виртуальной среде, тематическая экскурсионная деятельность. В старшем школьном возрасте уже речь может пойти о профориентационной диагностике, которая осуществляется в том числе онлайн, да? Вот здесь важно просто как бы ориентироваться в самих программах, которые предлагаются. Самостоятельное создание электронных ресурсов и участие в профориентационных программах вузов, вот, которые тоже очень многие реализуются в дистанционном формате. И огромное количество обучающих курсов, которые тоже можно получить в виртуальной среде. Соответственно, это разнообразные сайты, которые связаны с профориентацией. Ну, я вот привожу те, которые, наверное, всем, ну, довольно широко известны. Но в любом случае здесь важна та возможность, которая предоставляет этот ресурс для ознакомления с миром профессии, формированием более-менее адекватной картины профессионального мира. Это сайты, которые позволяют сделать выбор профессионального образовательного маршрута. То есть, например, там, где
ты указываешь направление, в котором хотел бы развиваться, и тут же мы видим виды труда, компетенции, которые потребуются, профильные ЕГЭ и варианты выбора образовательного маршрута, ну, например, в нашем городе, да, то есть вполне можно получить сведения обо всех вузах, колледжах, которые предоставляют возможность обучиться по выбранной специальности. Это электронный музей профессии. Значит, там, где мы имеем дело с возможностью выбора видеофильмов, радиопередач и так далее, посвященных профессиональному самоопределению. Естественно, можно говорить об открытых онлайн-курсах для школьников. Вот я здесь привела пример из лекториума школы 239. Да? То есть там, где речь идет о том, что ребенок может присоединиться абсолютно бесплатно к открытому онлайн-курсу и пройти его, и также осуществить так называемые вот профессиональные пробы. То есть попробовать себя в ходе выполнения профессионального, вот, да, ориентированного задания с тем, чтобы как бы проверить устойчивость своего профессионального интереса к той или иной профессиональной сфере. Вот я здесь привела пример, связанный с литературой. Ну, это скрин, как бы, да? Вот. И завершить как бы свое выступление хотела именно вот акцентированием возможности использования информационных технологий в современном профессиональном самоопределении и те возможности, вот, которые они предоставляют при построении индивидуального образовательного маршрута. И эффекты, которые сопутствуют использованию информационных технологий, связаны прежде всего к свободе, да, к определенному варьированию, к возможности как раз сочетать интерес к различным областям и пробовать это на собственном опыте и делать этот опыт более целостным. Вот. Спасибо за внимание. Все, мой доклад закончен. Готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Ирина Марковна, есть вопросы коллег? В чате задают вопросы, можно ли получить будет ссылочки напрямую. Конечно. Можно будет получить презентацию? Думаю, да, абсолютно точно. Интересно. Я хотела бы ее дополнить аннотированными списками информационных ресурсов и выслать. Замечательно. Тогда после нашего семинара уже мы с вами свяжемся и тогда я коллегам перешлю. Коллеги, не волнуйтесь, вся информация будет. Да, вся информация будет предоставлена. Спасибо большое. Мы благодарим вас за очень содержательное выступление. Интересно, я думаю, будет полезно. Видите, уже ажиотаж, все ждут информации. Мы переходим к следующему выступлению на тему концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга и возможности образовательного учреждения по ее реализации. Спикер Татьяна Алексеевна Альбицкая, методист Дома детского творчества Красносельского района. Добрый день, уважаемые коллеги. Я в некотором затруднении, поскольку Ирина Марковна многое из тех форм работы, о которых я хотела говорить, уже осветила, поэтому постараюсь не повторяться, но некоторые моменты, может быть, все-таки придется еще раз уточнить. Как работники государственных учреждений, заинтересованные в конечном результате нашего труда, подготовки нашего выпускника к жизни в современном обществе, я хотела бы вам напомнить указ президента Российской Федерации о национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, от 7 мая 2018 года. Ну и в частности, там поставлена задача построения эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех учащихся. В моей презентации вы можете найти перечень нормативных документов, определяющих организацию профориентационной работы. И первый блок этих документов связан с социально-экономическим развитием. Понятно, что только сильное экономическое государство может обеспечить социальное и трудоустройство, социальные гарантии своим гражданам, в том числе и молодым людям, для осуществления их карьерных планов и планов на будущее. Поэтому в основу и концепции Санкт-Петербурга развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга, которая согласована правительством Санкт-Петербурга 19 декабря 2019 года, прежде всего, основополагающими документами является как раз стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года. Понятно, что наш город как центр промышленный, научный, образовательный, культурный, центр туризма может предоставить довольно богатые возможности нашим выпускникам наших вузов и колледжей для профессионального реализации своей профессиональной деятельности, но задача школы заключается в том, чтобы подготовить выпускника, дать ему знания, представления о мире профессий, дать ему представления о его собственных возможностях, оценить его собственные стремления и желания и помочь ему выстроить свой образовательный маршрут и помочь выстроить ему в будущем свой профессиональный маршрут. Именно этому и посвящена концепция развития системы сопровождения Санкт-Петербурга. В концепции отражены очень многие моменты, связанные с социально-экономическим развитием. Я еще раз повторюсь об особенностях современного периода социально-экономического развития, перехода к постиндустриальному обществу. С одной стороны, мы с вами наблюдаем глобализацию экономики и можем наблюдать большое количество международных экономических проектов, международных корпораций экономических, торговых, развития многих сфер, связанных с сотрудничеством, с международным сотрудничеством. Это, конечно, расширяет возможности для будущей профессиональной деятельности граждан. С другой стороны, мы с вами видим повышение уровня конкуренции. Конкуренция всегда существовала на протяжении всей истории человечества за рынки сбыта, за рынки сырья и так далее. И эта конкуренция продолжается в настоящее время и еще более ожесточается в связи с инновационными возможностями и другими проблемами конкуренции. Но, с другой стороны, это заставляет нас еще больше активно развивать свою собственную экономику для того, чтобы наша экономика могла конкурировать с экономикой Запада. Ну и, естественно, здесь нельзя не учесть быстрое развитие науки, техники, технологий. И поэтому любая профессия, любая отрасль экономики, любая отрасль науки, они тесно связаны и с международным развитием науки, техники, технологий, и с необходимостью развития этих отраслей в нашей стране. И мы с вами можем тоже наблюдать интеграцию различных областей, скажем, биоинженерия, стык биологии, медицины, техники и так далее. И очень много других примеров, просто нет времени, можно сегодня привести, для того, чтобы увидеть, как быстро вникают эти достижения, проникают в нашу жизнь и заставляют меняться нас, заставляют меняться систему образования и систему профессионального и высшего профессионального образования. Цифровизация экономики, культуры, образования, профессиональная и межпрофессиональная и территориальная мобильность. Об этом говорила Ирина Марковна в своем выступлении. Мы можем рассматривать эту мобильность и как карьерную, когда человек все больше и больше расширяет уровень своей деятельности и уровень своей ответственности,
и как горизонтальную мобильность, когда он понимает, что для того, чтобы быть эффективным профессионалом, ему нужны дополнительные знания не только в области там, английского языка, который является языком науки и техники, не только в области IT-технологий, которые сейчас входят во все области экономики, но и в области чисто личностного творческого развития, это и критическое мышление, и навыки умения работать в команде, и развитие лидерских качеств, и развитие критического мышления, креатива, все это вместе, те самые качества, которые необходимы для того, чтобы развиваться. Ну, еще я тут добавила территориальную мобильность. Если Санкт-Петербург и предоставляет большие возможности для творчества, но иногда бывает, что все ниши карьерной лестницы заняты, и тогда людям приходится искать и перемещаться из одной области в другую для того, чтобы осуществить свои профессиональные и личностные планы. Здесь говорили уже об новых условиях организации труда, и не буду повторяться про фрилансеров, частных предпринимателей и так далее. Но хочу сказать, что при изменении требований к профессионализму сохраняется, конечно, важность самого профессионализма, то есть hard skills, но и большое значение как раз приобретают вот те самые навыки skills, которые помогут быть профессионалу более успешным. И именно в этом мы сегодня должны помочь нашим выпускникам, мотивировать их на то, что они должны постоянно будут учиться, совершенствоваться, приобретать новые знания, заниматься личностным развитием для того, чтобы быть успешным в жизни, для того, чтобы обеспечивать свою семью, своих родителей и свои собственные личностные устремления. Концепция, с одной стороны, вот, основывается на социально-экономических условиях развития, с другой стороны, она как бы аккумулирует все формы деятельности по профориентации, которая осуществляется в нашем городе, призвана соединить интересы различных ведомств, профессиональной ориентации учащихся. И поэтому вот цель концепции формулируется так: создание научно обоснованной и перспективно ориентированной системы деятельности по организации психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга как важнейшего механизма, призванного обеспечить повышение качества трудовых ресурсов и экономический рост региона. При реализации задач концепции необходимо обеспечить оптимальное использование образовательно-производственных и других профориентационно значимых ресурсов, координация межведомственного и сетевого взаимодействия, развитие социального партнерства в профориентационной работе, создание условий подготовки обучающихся к самостоятельному, осознанному и ответственному профессиональному выбору и к более широкому понимаемому профессиональному самоопределению для овладения учащимися компетенцией профессионального самоопределения и построению личностного, образовательного и карьерного роста. Осуществление перехода от обеспечения доступности профориентационных услуг, практик и программ к повышению их качество, педагогическая, социально-экономическая результативность, использование современных подходов содержания и форм профориентационной работы со школьниками, ориентированность на личность каждого учащихся. Концепция предусматривает разные модули. Это система организации проектной деятельности для обучающихся с 1 по 11 класса общеобразовательных школ. Называется этот модуль «Мир будущего». Он вполне перекликается в ГОСом с той проектной деятельностью, которая заложена в этой программе. Систему проектной деятельности нам демонстрировали очень многие организации. Это и бизнес-проекты наших школьников, и проекты, связанные с «Моя будущая профессия», и проекты, связанные с развитием
каких-то научных представлений учащихся. То есть вот этих, эта проектная деятельность у нас в районе широко практикуется разными образовательными учреждениями. И я бы хотела сказать, что эта система позволяет в известной степени развить мотивацию, является какой-то вдохновляющей средой и помогает развить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению мира профессии, к самостоятельному выбору, к самостоятельному определению того необходимого спектра, который им нужен будет для освоения профессии. Второй, ну, среди, если говорить об ивенте, о вдохновляющей среде, то целый ряд конкурсов, смотр, игр, которые способствуют развитию именно этого направления деятельности, на чем я остановлюсь чуть позже. Второй модуль – это развитие профориентационного нетворкинга, то есть создание системы взаимодействия обучающихся родителей и работодателей. И третий цикл – сетевые циклы, циклы профессиональных проб, о чем тоже говорила Ирина Марковна. Я хочу сказать, что сегодня у школы, у каждой школы есть большие возможности для осуществления всех этих модулей. Ну, первое – это кадровая служба. Можно следующий слайд? Кадровые службы, которые могут… профориентационные службы, которые могут сегодня опираться заместители директоров воспитательной работы в организации профориентационной деятельности, начиная от административного ресурса, включая классных руководителей, педагогов, психологов, социальных педагогов, методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, учителей, предметников. У каждого из них своя цель, свои задачи. Вот сейчас проходит городской конкурс «Урок жизни», урок в школе «Урок жизни». Очень многие учителя-предметники в своей практике, в процессе преподавания освещают различные спектры, которые могут помочь учащимся в будущем определить свою профессию. Те же предметные олимпиады, те же предметные конкурсы, они помогают учащимся в определении своих интересов, своих мотиваций к занятию тем или другим видом деятельности. Педагоги дополнительного образования. Не так много сегодня, к сожалению, отделений дополнительного образования у нас занимаются профессиональной ориентацией, но как раз возможности здесь, в этой сфере, наиболее большие, потому что здесь уже дети, которые ориентированы на определенные занятия, и использовать эту их заинтересованность, развить ее, создать, организовать те формы, которые помогут детям лучше узнать тот мир, которым они сегодня интересуются. К сожалению, когда мы начинаем анализировать планы воспитательной работы школ по профориентации, мы видим, что это либо план работы педагога-психолога, либо это план работы педагога-организатора в организации каких-то, педагога-психолога – это профориентационные специализированные курсы, у педагогов-организаторов – это игры, смотры и конкурсы, но почти ни в одной школьном плане мы не видим сегодня организации системного подхода к профориентационной деятельности. Вернемся к предыдущему плану. Хотелось бы, чтобы сегодня все планы образовательных учреждений по профориентации, которые, кстати, включаются в оценку, в независимую оценку качества работы образовательных учреждений, она так и формулируется, создание системы работы по профессиональному самоопределению учащихся. Естественно, что это цели, задачи, организационная работа, которая может включать в себя заключение договорных отношений с социальными партнерами, организация информационных стендов, организация информационных сайтов, работа с педагогическими кадрами, это административные советы, посвященные профориентационной работе. Это работа методических объединений классных руководителей, на которых рассматриваются и аспекты, и формы этой работы. Это работа по
обучению педагогических кадров тем или другим формам диагностики, организации практической деятельности с учащимися и родителями. Естественно, организационно-массовая работа, которая должна включать в себя как общешкольные мероприятия, так и участие в районных и городских мероприятиях. Мы очень часто видим в школьных планах только участие в районных и городских мероприятиях и очень мало общешкольных каких-то мероприятий. Я уже не говорю о мероприятиях в классных коллективах, которые могут либо войти в раздел общешкольных мероприятий, либо могут быть как приложение к плану школы, работа тех или других классных руководителей. Соответственно, отдельно работа с социальными партнерами и работа с родителями. Если говорить о работе с социальными партнерами, то акцент в этой работе должен быть на организации профессиональных проб учащихся, для того, чтобы учащихся уже в школьные годы попробовал эту профессию, посмотрел, пощупал, и чтобы его выбор был более осознанным. Ну, естественно, работа с родителями. Очень часто встречаю в плане только одни фразы. Информирование родителей о днях открытых дверей, информирование родителей о том, другом. Ну, иногда информирование родителей агентством службы занятости, о потребностях рынка труда Санкт-Петербурга и так далее. Но целенаправленные работы, включение родителей во все сферы воспитания в каждую параллель, к сожалению, этого мы не видим. В лучшем случае работа с родителями старшеклассников. Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. На сегодняшний день вот прозвучали практически все интересные формы работы, которые могут быть в различных параллелях классов. Я хотела бы обратить ваше внимание, у нас разработаны методические рекомендации по планированию профориентационной деятельности классных руководителей первых, третьих классов, пятых, восьмых и девятых, одиннадцатых. Они содержат разные разделы, и мне бы хотелось бы просто обратить ваше внимание, здесь они немножко в другом расположены порядке. Значит, в каждом разделе есть предлагаемые классные часы, серии классных часов, тематика для всех возрастов детей, серия элективных курсов и тренингов по профориентации для старших детей. Второй раздел посвящен играм, конкурсам, сериям творческих мероприятий как на уровне класса, так и на уровне школы с перечислением возможных форм работы. Организация профессиональных проб в работе с вузами и с другими социальными партнерами. Серия конкурсных мероприятий по профориентации на уровне района, серия профориентационных мероприятий на уровне города и экскурсии. Я бы уделила особое внимание этому направлению работы. К сожалению, в этом году он менее возможен, но виртуальные. Очень многие музеи сейчас проводят виртуальные такие же экскурсии, и можно с ними связаться и продолжать эту работу. Я полагаю, что сейчас очень многие замы в воспитательной работе сидят и про себя думают, что вот мы там работаем в другом кластере, для нас очень много, и то, и другое, пятое, десятое. Все, мне кажется, все будет зависеть от того, как мы подходим к организации той или другой деятельности. Если, предположим, мы говорим о кластере «Экология», то, извините меня, если мы организуем какие-то игры, конкурсы, никто не мешает нам включать туда задания, связанные с профориентацией. Организация экскурсий на экологические предприятия, организация встреч с людьми, которые работают в этом направлении. Вот вам, пожалуйста, та же экология, тот же кластер, но в нем четко практическая значимость профориентационной деятельности. Возьмем там другое направление, музеи ведения. Если мы сегодня, или образовательный туризм, образовательный, я бы очень рекомендовала образовательный туризм профориентационным уклоном. Если мы выходим в музеи предприятий, то мы с вами и знакомим учащихся с предприятиями города, знакомим их с профессиями, которые реализуются
на этом предприятии, знакомим их с историей предприятий, значит, знакомим с трудовой славой этого предприятия, осуществляем трудовое воспитание, знакомим с интересными людьми, которые работают на этом предприятии. У нас распланированы, рекомендованы серии различных экскурсий для начальной школы, для старших классов, для средней школы. Музей, особенно для более старших, предлагаю музей университетов, институтов. Практически все они сегодня очень активную работу ведут и могут служить большим, хорошим инструментом воспитания по тому или по другому кластеру программ поколения РУ и осуществлять задачу профориентационной ориентации учащихся. Сегодня на сайте Дома творчества вы можете найти положение о всех конкурсах городских и о всех конкурсах районных. И все ответственные за профориентационную работу получили такую таблицу районных игр и конкурсов и мероприятий. И, опираясь на эти положения, можно включаться в эту активную деятельность. Вот, например, сейчас у нас проходит конкурс творческих работ, видеороликов и видеофильмов, конкурс литературных работ «Когда профессия – это творчество». Это заочный конкурс. Учащие с 1 по 11 класса готовят эти работы. Школа их оценивает и представляет на районный конкурс. Жюри заочно рассматривает эти работы и определяет победителей. Итоги подводятся по каждой возрастной группе отдельно. И в прошлом году, должна сказать, что у нас целый ряд школ очень активно приняли участие и в районном, и в городском конкурсе. Мы получили более 9 призовых мест. Второй конкурс, который тоже сейчас уже запущен и тоже может пройти онлайн, это конкурс, творческий конкурс команд 9-11 классов «Защита профессии». В прошлом году победителями городского конкурса стали 369-й лицей и 271-я гимназия. Представляли профессии рабочие, и профессию эколога, и профессию слесаря. Вот хотелось бы, чтобы сегодня наши старшеклассники, может быть, с учетом специфики работы школы, выбрали и в творческой форме представили на конкурс защиту той или другой профессии. Ее можно снять и прислать. Если нельзя будет снять, мы можем провести по графику отсмотр этих конкурсных выступлений для того, чтобы определить победителей. Ну и, естественно, до января месяца мы никаких мероприятий в нормальном режиме не проводим, но в дистанционном режиме мы их можем проводить. Должна сказать, что с января, я надеюсь, что состоятся и другие наши конкурсные мероприятия для учащихся 5, 6, 7 классов игровые программы профессии от А до Я, конкурсы «Мир профессий», это конкурсы как раз тех самых мультимедийных проектов 8, 11 классов, классов «Олимпиада по профориентации». В этом году мы впервые предложили конкурс для начальной школы. Хотелось бы обратить внимание, что это конкурс семейных презентаций «Профессии моей семьи». И в будущем мы как бы планируем развитие именно таких форм работы, объединяющих родителей, детей, для того, чтобы получить более значимый эффект нашей профессиональной деятельности. Впервые в этом году мы предлагаем конкурсы и для наших, или вы об этом скажете, и для наших педагогов. Положение об этих конкурсах тоже есть, и можно будет в них поучаствовать. В этом году мы не принимали практически участие в прошлом году в городских конкурсах педагогических по профориентационной работе. У нас только
375-я школа участвовала в городском конкурсе виртуальных кабинетов профориентации и заняли второе место в городском конкурсе. А вот таких выступлений наших педагогов мы не планировали. Поэтому мы хотим в этом году посмотреть наш потенциал, наш резерв, наши возможности, что могут наши педагоги, какие открытые мероприятия по профориентации показать, какие методические разработки представить, сделать выставку этих материалов и предоставить возможность другим коллегам пользоваться этими методическими материалами. Ну и, естественно, победителей районных конкурсов мы предложим представлять наш район на городских конкурсах. Сегодня в методической копилке Дома творчества много дидактического материала, которым могут воспользоваться классные руководители. Мы им рекомендовали на совещании, семинаре для классных руководителей. Просто те материалы, которые можно брать и использовать в игровых программах. Ребусы, загадки, пословицы, поговорки, сценарии, игровые сценарии, сценарии, которыми могут воспользоваться педагоги дополнительного образования, потому что там сценарии для творческих коллективов художественной направленности, для творческих коллективов технической направленности. Там сценарии игры для школ, которые занимаются военно-патриотической работой, профессиональный подвиг в годы Великой Отечественной войны. То есть я просто хочу сказать, что очень важен подход к тому, что мы делаем и как мы делаем, не перезагружая и не перетаскивая, что называется, одеяло от одного методиста к другому. Просто давайте посмотрим, как мы можем объединить все наши усилия для того, чтобы получить ожидаемый результат. Что тут спрашивают? Сейчас я прочитаю. Тоже просит презентацию. Да, презентация будет. Презентация, соответственно, будет выставлена тоже с небольшими доработками. Вот. Ну и все ваши коллеги, которые будут посещать курсы по профориентации, они получат все материалы, которые необходимы для работы, и передадут им в школу. Коллеги, все презентации, все материалы сегодняшнего семинара будут высланы на почту и также будут по нашей уже привычке, да, выставлены на сайте информационно-методического центра в разделе воспитательной работы. Мы благодарим, да, Татьяну Алексеевну. Я думаю, что это тоже очень полезная, очень интересная информация для нас с вами, поскольку мы развиваемся, мы растем и работаем все более и более интереснее, интенсивнее в направлении профориентации. Так, еще вопросик. Переходим к следующему выступлению. Дистанционные формы сотрудничества, тема выступления. И нам расскажет про них Юлия Владимировна Бутух, начальник отдела профессионального конструирования и дополнительного образования Центра «Вектор». Здравствуйте. Юлия Владимировна, да, здравствуйте. Презентацию сейчас я вам... Да, разрешите мне? Да, да, да. Так. Сейчас подключимся. Добрый день, коллеги, рада всех приветствовать. Так, почему-то не запустилась, да? Димон, вот-вот-вот, включилась, только поставьте. Ага, да-да-да, все хорошо. Я начальник отдела профессионального консультирования и дополнительного образования Центра профориентации «Вектор». Наш центр городской является подведомственным учреждением Комитета по молодежной политике. Поэтому все наши услуги предоставляются лицам от 14 до 30 лет для молодежи Санкт-Петербурга. Услуги предоставляются на бесплатной основе. Более подробно про наши услуги и форматы онлайн взаимодействия дистанционного я вам расскажу сейчас в своем выступлении. Первый формат, форма работы – это групповые консультации. Они у нас проводятся как в онлайн-режиме, так и в офлайн. В онлайн мы уже поэкспериментировали и попробовали, вот есть два предложения, два формата взаимодействия.
с разными методиками. Процедура такая, по Zoom мы подключаемся на класс. Очень важно, чтобы ребята все имели доступ к этой конференции, либо с телефона, либо, возможно, с компьютера в компьютерном классе. Им будет рассказана мини-лекция, да, знакомство с темой, с направлением, которое можно выявить с помощью тех или иных тестов. Дальше предоставляется диагностика. Диагностика осуществляется через онлайн-тест, ссылочка, которую они заполняют. После заполнения у них появляются количественные результаты. И наш психолог в формате онлайн дальше комментирует, интерпретирует и рассказывает ребятам, зачем это важно знать и какие особенности можно выявить и понять благодаря этой консультации. Также после консультации мы можем предоставить классному руководителю или психологу, кто является организатором и выступает заинтересованным лицом, сводные результаты по классу. Это тоже предусмотрено. Взаимодействие со школами осуществляется у нас по средствам заключения соглашения об оказании безвозмездных услуг. То есть все услуги бесплатно. Также в офлайн-режиме это был выезд в школу, проведение также групповой консультации сразу с целым классом. Есть некоторые школы, которые нас приглашают активно, мы готовы приехать, да, если есть такая возможность. Если нет, то готовы сотрудничать в онлайн-формате. Вот на каждом слайде внизу будет указан контактное лицо, с кем можно связаться по тому или иному направлению, потому что у нас три отдела, и за каждое направление отвечают, возможно, разные люди. Так, индивидуальные консультации по планированию карьеры и выбору профессии проводятся как в онлайн, так и в офлайн режиме. В онлайн это для ребят от 14 до 18 лет, они проводятся в WhatsApp, Skype, в Zoom. Ссылка есть для записи, также будем благодарны, если вы донесете информацию для своих учащихся, для родителей, мы готовы принять индивидуально. Также можем через представителя школы установить какое-то взаимодействие, составить план и, возможно, как-то сделать график консультации именно для вашей школы. Процедура такая. Мы заранее за день отправляем тестирование, тоже в онлайн-формате с ссылками. Ребенок заполняет, в назначенное время у него только консультация. Она занимает примерно час с психологом и до часу со взрослым. То есть родительская консультация тоже запланирована. Вот, мы сможем интерпретировать результаты, дать рекомендации в построении личного профессионального плана. Также сможем сориентировать по направлениям и предложениям учебных заведений в нашем городе, так как у нас разработаны классификаторы, актуальные на этот год, с цифрами, приемами, направления и какие экзамены необходимо сдавать. То есть мы владеем всей этой информацией, сможем с вами поделиться и ребята помочь сориентироваться во всем этом количестве информации. Для лиц старше 18 лет нам разрешено проводить очные консультации, то есть все, кто старше, могут к нам приходить. Ну, для вас, наверное, это не очень актуально, как для образования, но для высшего, в принципе, возможно. Активные формы профориентации. Здесь предложены три формы. Это те, которые мы в онлайн-режиме уже опробовали, которые показали себя как работающие, интересные. Мы его проводили в рамках районного мероприятия. Отзывы от ребят были хорошие. Это квизы, тема гуманитарии и технари и кейсы по принятию решений и технологии принятия решений. Вот, это проводится тоже в Zoom, тут тоже, безусловно, важно взаимодействие с ребятами, чтобы они были активны, так как это активные формы, нужна их обратная связь, ответы на вопросы, общение, это можно с помощью чата в Zoom, мы, в принципе, готовы подключаться. Ну, либо этот список не полон, да, он готов расширяться, мы работаем над этим, но так как тоже непредвиденно столкнулись с этими обстоятельствами, сейчас переходим на этот процесс. Также наш центр готов предложить лекции по профориентации в формате, удобном для вас. Вот здесь перечень тем, которые мы готовы предоставить, выйти к вам как в записи, как в онлайн-формате. Можем предоставить запись, тоже вы можете использовать в удобном время, в удобном месте и, возможно, на классных часах, либо когда это вам подойдет. Профориентационные экскурсии, их сегодня уже затрагивали, да, к сожалению, из-за пандемии мы столкнулись с тем, что нам нельзя выходить в учреждение, нас не пускают на экскурсии на предприятия,
На данный момент выход есть, да, это виртуальные экскурсии онлайн. Вот некоторые из них, которые мы готовы предложить, готовы организовать. Плюс это будет все с комментариями нашего специалиста, где мы расскажем, сможем ответить на вопросы и ребятам показать вот данные направления. В очном же формате, конечно, список экскурсий, которые мы предлагаем, достаточно большой. Мы тоже надеемся, что в январе, конечно, все разрешат, и мы заново вернемся к обычной жизни. Вот, поэтому рекомендуем, если есть желание попасть на экскурсии, можете оставлять заявочки предварительные. И когда это будет разрешение, мы готовы будем вас рассматривать в ходе очереди, так сказать, потому что всегда очень большое количество желающих, и не всегда удается попасть туда, куда хочется. Ну вот лично я с ребятами ходила на Кока-Колу, чтобы туда попасть, надо было ждать около 5 месяцев где-то, потому что запись была расписана, это когда я работала еще не в Векторе. Вот, ну экскурсии очень интересные, ребятам нравится, потому что можно пощупать, потрогать, посмотреть, как это происходит на самом деле и как это и есть в жизни. Также наш центр проводит социологическое исследование «Профессиональные намерения выпускников 9 и 11 классов». В данный момент мы это тоже перевели в онлайн-формат, проводим его через Google форму, вот по данному QR-коду, контактное лицо Полина Михайловна. Мы проводим это по районам, для того, чтобы нам было удобней и более ориентированы, были подготовлены районные мероприятия, потому что в районных мероприятиях у нас запланированы учебные заведения, спикеры, да, и, конечно, как это было ранее в очном формате, в онлайн не такое большое количество спикеров, поэтому мы хотим сделать более ориентированные, и в зависимости от ответов на исследование социологическом, мы готовим ориентированные под ваш район районные мероприятия. Вот пример, да, мероприятия, которое проходило у нас в каком-то другом районе. Вот, мы готовим трансляцию взаимодействия с психологами, какие различные видеоролики, да, также экскурсии, вот, и различные спикеры по направлениям, которые были выявлены по результатам исследования. Все это делается по заявкам от учреждения после заключения соглашения о сотрудничестве. Вот это наши контакты нашего центра, мы очень открыты, готовы взаимодействовать, можно нам звонить, обращаться, и все наши услуги доступны для учебных заведений и учреждений образования. Мы готовы к межведомственному взаимодействию, да, как это актуально и важно и для нас, и для вас. Вот. Ну, в принципе, это то, что я хотела вам рассказать, если есть какие-либо вопросы, я готова ответить. Так. Так. Сейчас мы в чате посмотрим. Но я думаю, что Юлия Владимировна, мы вас попросим тоже выслать презентацию, чтобы мы ее разместили, выслали, да, вдруг коллеги, кто не смог сегодня присутствовать, они ознакомятся, им будет интересно, они с вами свяжутся. Вопросов в чате не поступало, но я думаю, что это будет актуально. Презентация, да, в любом случае мы вас... Презентацию передам, жду ваших звонков, да, в принципе... Достаточно успешно взаимодействуем со школами, у нас много соглашений, и мы готовы выходить на ваш район в различных форматах, каких удобно. Хорошо, спасибо большое, будем иметь в виду, отправим на школы, чтобы они знали ваши предложения. Благодарим вас за выступление, за ваше предложение, я думаю, что мы поработаем, да, будем сотрудничать. Юлия Владимировна, Татьяна Алексеевна уже сегодня разговаривали, да, и пришли к соглашению, что сегодня, Татьяна Алексеевна, вы вышлете договор о сотрудничестве. Да, Вектор вышлет сегодня. Ну, ваш центр, простите, не с вами, но ваш центр, да. То есть тут Татьяна Алексеевна будет уже договор о сотрудничестве, и можно будет напрямую к методисту нашему обращаться, если вы, я уже коллегам, да, рассказываю, если вы заинтересованы, можно будет обращаться. Так что спасибо большое. Мы переходим к последнему выступлению, уважаемые коллеги. Осталась чисто информационная наша часть. Так, нет еще? Пока не спросили внимание. Прежде всего, я хотела подвести небольшой итог, да, нашего выступления. В
целом, мне кажется, у нас получилось сегодня замечательное. Выступило три, получается, спикера. И практическую часть вы услышали, и теоретическую часть, и какие документы, какие нормативные акты нужны. Мне кажется, что очень полноценно, очень интересно и очень продуктивно, да, для вас. Напишите в чате, насколько это было полезно, насколько это было интересно, и на какие вопросы вы не услышали ответы, и что хотелось бы вам все-таки еще по этой тематике, да, по профориентации, что вам не хватило. Мы поработаем и, возможно, дополнительно, уже не вебинаром, не семинаром, возможно, дополнительно мы разработаем рекомендации, да, вышлем на школу или будем понимать, что вам не хватает. В любом случае, хочу подвести итог. Мы призываем вас мотивировать своих педагогов, учащихся, да, для участия в конкурсах. Татьяна Ксения рассказывала, что в районе у нас теперь для педагогов. В этом году мы пробуемся. И призываю вас подключить педагогов, классных руководителей к участию, да, чтобы понять, насколько наш район силен, что нам не хватает, да, что нам, в каком направлении двигаться далее. Так, это по профориентации. Да? Повторюсь, это фестиваль открытых мероприятий по профориентации «Педагогические таланты» и конкурс методических разработок по профориентации учащихся «Ориентир в будущее». Так, что-то в чате, да? Вопросы какие-то есть? Секундочку. Ладно, потом. И мы переходим к информационной части нашего семинара. Буквально я займу уже 5 минуточек, понимаю, что очень устали. Это к информационной карте, которая сегодня будет направлена на личные ваши почты. Я отправлю все. На октябрь и на ноябрь мы собрали всю информацию, ЦПМСС, ЦБЖ, Дом творчества, информационно-методический центр, как обычно. Это Ставрова принесла, всех угощаю. Ладно, так, у кого-то работал микрофон. Не, я детей кормлю, она мне принесла тут до хрена, я всем принесла. Так, сейчас мы посмотрим, кто у нас тут. Всех угощает. Кто-то всех угощает. Мы бы тоже угостили. Вы в гости. Да. Скажите, кто там угощает, мы все в гости к вам с удовольствием прибежим. Итак, информационная карта. Озвучу буквально самые такие важные для вас мероприятия, которые сейчас лучше понимать. Лидия Петровна, мы уже бежим к вам. Значит, первое, что для замдиректоров, молодых, для молодых замдиректоров будет организована встреча. Пока формат встречи уточняется, буквально на этой неделе я уже дам знать, как мы с вами будем встречаться в дистанционном формате, или все-таки нам разрешат, поскольку нас с вами не так уж и много, мы можем собраться и очно. Это произойдет встреча 27 числа в 11 часов, как обычно, это вторник. Для общей с нами, наш с вами семинар-совещание следующий состоится 10 ноября. Он будет посвящен теме, которую вы очень просили в прошлом году, психологии эмоционального выгорания. И мы будем стараться, я буду очень стараться все-таки его сделать очным, возможно, дистанционно, но не очень бы хотелось. Будем смотреть. Может быть, будет предложена форма такая, кто сможет, кто не хочет рисковать, может дистанционно мы будем проводить, да, кто захочет, потому что предварительно планируем мастер-класс все-таки провести, чтобы было более интересно и продуктивно наша встреча. И еще пару слов, значит, у нас сейчас важные мероприятия. Это конкурс у нас, конкурс идет педагогических, да, педагогического мастерства. Буду не очень корректно, может быть, но я вам озвучу очень важные номинации для нас.
Это организатор воспитательной работы. Я жду для от вас заявочки до 16-го, до пятницы. От всех жду. Всем, кому интересно, могут связаться со мной. Заявку присылать мне лично на почту. В положении, к сожалению, указана неправильная почта. Ну, можно и туда, но так или иначе, вы знаете все мои контакты, поэтому лучше сразу мне напрямую. Жду всех желающих. Буду связываться лично. Вот, конкурс будет интересным, жюри будет тоже подобрано интересное, так что приходите, жду. Также у нас в этом году номинация, вы знаете, для кураторов, ардаша, педагогов, организаторов, для старших вожатых, да, это быть рядом и чуть впереди. Тоже все заявки по этому конкурсу до 16 числа, там можно сразу отправлять к нашим координаторам на заявочки. Имейте в виду, донесите информацию до педагогов-организаторов. Участие, честно говоря, там вообще несложное. По сравнению с другими номинациями достаточно легко. И это интересная возможность, которую тоже просили педагоги-организаторы, вы просили. Мы ждем на самом деле участников. Вот. И номинация «Воспитать человека». Ну, об этой номинации вы знаете, она классическая, она уже проходила. Она уже была не первый год. 24 ноября очень важное событие. 24 ноября приблизительно в час дня состоится районный семинар на тему электронной паспортизации. К нам приедет город. Запланируйте себе, пожалуйста, к нам приедет город, и мы будем все вместе, у кого есть, это касается, конечно, те учреждения, у которых есть музеи, мы будем все вместе с вами в формате мастер-класса проходить эту электронную паспортизацию. И последний момент, я вас очень прошу обратить внимание, октябрь подходит, ну, как, для меня он уже подходит к концу, он уже в середине, поэтому прошу вас до конца октября, комитет образования нам рекомендовал провести тематическую неделю экологии и энергосбережения, я высылала уже письма, не два раза дублировала на школы, на ваши личные адреса с формой отчета потом. После проведения, да, этой недели. И самое главное, что форма отчета, она совершенно несложная, там ничего не надо, там только фактически заполнить, кто сколько принял участие, и постарайтесь сфотографировать и сделать пост, потому что нас все равно с вами комитет, город просит в конце года, начинает терроризировать всех, дайте фотографии, дайте отчеты, вот, а мы с вами подготовимся заранее, все сфотографируем, посты сделаем, если что, потом все это сможем подать. Вот, коллеги, в целом, еще скажу одно слово, что у нас будет проходить осенняя игра «Шуба» 21 октября в дистанционном формате. Заявки, насколько я помню, уже принимаются, но в информационной карте все будет отражено. Все, уважаемые коллеги, спасибо большое вам за терпение, за целый час 50 минут в эфире. Эфир, значит, запись вебинара будет сохранена, расположена там же на сайте информационно-методического центра. Всем большое-большое спасибо, до новых встреч. До свидания. Что там пишут? Что еще хотят? Да, Лидия Петровна, по самому выгоранию лучше очно, но мы вот... Как вариант, может быть, будем переносить. Не знаю, пока вот очень сложно сказать. Очень хочется его очно, но я, как я уже сказала, ну, ищем место, ищем возможность, где его провести очно, чтобы это состоялось. Больше вопросов нет, да, больше вопросов нет. Если какие-то вопросы, коллеги, можете включить микрофон, и вдруг, у нас буквально там 5 минуточек еще есть, можно позадавать. Я спросила про музей 24 октября или ноября, потому что мне звонили, что 24 октября, а это суббота. Нет, 24 ноября. Может быть, ошиблись просто с датой. Сейчас, секундочку, я обратно. В ноябре к нам. Нет, к нам в город точно в ноябре. Они говорили про ноябрь, это точно не октябрь. Методист, может быть, ну, оговорилась, что называется. Понятно, она вчера звонила и говорила про октябрь, я удивилась. Нет, это точно ноябрь, это точно 24 ноября. Если бы это был октябрь, мы бы уже разослали информацию. Нет, это спасибо. Ноябрь. Угу. Еще какие-то вопросы, коллеги, включайте микрофоны, 5 минуточек буквально. Нет вопросов, тогда все, тогда я со всеми прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч.
Наука в конце стала говорить то, что нужно, а то, что не нужно.